В День знаний наш престижный городской лицей уже третий год проводит торжественную линейку без излишних пафосных речей, концертов, бантов, цветов и стихов. Уверенными рядами шагает к знаниям поколения 2000-х. Педагогический коллектив старается прямо с торжественной линейки вовлечь учеников в учебный процесс. В этом году директор лицея устроила веселый тест на общие знания, взбодрив еще немного рассеянных лицеистов и улыбнув взволнованных родителей. Кстати сказать, лицей – одно из немногих учебных заведений города, которые собирают в День знаний на единицу учеников самое большое количество родителей. Городской председатель, по примеру директора, пытался тестировать лицеистов на знания стран, строивших наш город, и традиционно поздравлял. Я вас вітаю з початком навчального року. Я вас вітаю з тим, що ліцей сьогодні в Київській області, Славутицький ліцей, стоїть на третій позиції, але вона перша, я зараз доведу, що вона перша. Бо там цікавий такий рейтинг. Перше місце займає гімназія, не буду називати, щоб нікого не ображати, яка випустила одного учня. Друге місце – 4 учня, а в нас 3 групи. Ліцей, я вас вітаю, ви кращі в Київській області, ви кращі в Україні, безперечно. Вітаю вас, перемогу! Пожалуй, самым красочным и ярким событием в это утро стало музыкальное поздравление для лицеистов и гостей. Песня, во время которой в небо взмыли сотни разноцветных шаров. Словно волшебные мечты и желания летели в небо, обгоняя друг друга яркие воздушные шары, полностью меняя небесную мозаику. А далее директор лицея лично дала первый в этом учебном году звонок персонально для каждой параллели лицеистов. В добрый путь к тернистым вершинам знаний, наши уважаемые лицеисты. Терпения вам, усидчивости и ясного ума. Верят в свой город и верою этой живут. И пусть на свете городов красивых много, и каждый славит город свой и свой уют. И где б я ни был, про Славутич вспоминаю и возвращаюсь, потому что дом.